Приветствую вас в Республике Татарстан, в городе Набережные Челны, на стадионе КАМАЗ, где сегодня совсем скоро стартует матч второго тура нового сезона МЛБЭТ первой лиги. Первый домашний матч для челнинского КАМАЗа, который сегодня принимает Кубань из Краснодара. Мягкая подача, хорошая работа Осипова на втором этаже, а мы разве чего-то иного могли от этого мастодонта ожидать? Снова навес, опасно, удар Нестеренко! Вот вам и первый голевой шанс. И хватаются за голову челнинцы, понимая прекрасно стоимость этого эпизода. Ну и браво! Браво Юрий Нестеренко, проводящий сегодня 58-й матч в составе Кубани. Дождался мяч, Кокловев терпеливо, момент, удар! Вот они, голы! А конкретно первый, а конкретно от Александра Кокловева. Куда все разбежались из линии обороны и опорной зоны Кубани в этом эпизоде? Где были все? И, конечно, перехватывать мяч там, на дальнем углу штрафной, на все деньги понесся, по-моему, Жилов. Весьма конкретные наброски. После дальнего удара продолжим. Вот это было уже поинтереснее. Хоть что-то должно было сегодня в атаке еще случиться в первом тайме. Угловой. Георгий Махатадзе. Хорошая подача. Удар. Ну, как вы думаете, от кого? От 36-летнего короля воздуха Евгения Осипова. На удар по центру. Отмечаем классный выбор позиции Артуром Анисимовым. В стратосферу мяч запускает, хорошая скидка. Абдоков падает на газон. 11 метров. Одним движением. Перехитрил кого? Пальцева, судя по гримасе на лице. Низам аккуратно в уголочек, но есть подозрение, что, быть может, придется перебить. Удар! А этот мяч вылавливает Артур Анисимов. Они вопят, господи. Алексея Мамина достойный наследник с точки зрения перекусывания соперников при ударах с 11 метров. Обыгрывается Махатадзе. Дальний удар! Слушайте, на секунду показалось, что мяч сейчас приземлится в сетку. И кажется, не только мне одному, Анисимову тоже, учитывая его затяжной полет, как у братьев Гальпериных. Нарушение правил. Жилов очень красиво поймал на бедро Николая Ермолаева. Подача, удар! 2-0! Роман Мануйлов. 2-0. Первый гол за новый клуб. Роскошная работа на втором этаже. Классная подготовка стандарта. Ждем пресс-конференцию Александра Григоряна с нетерпением после этого матча. 5 минут. Как раз до его конца. После нашего матча. Опа, перехват. Обокрали Пальцева. Абдоков далее. И даже здесь гола не будет. Савелий Ратников спасает команду. Когда уже перед пустыми воротами оказался Оливье Кенфак. Сам, похоже, не поверивший в такое счастье. Диагональ, здорово. Скидка. Можно бить. Можно все еще. Момент. Удар. Тащит мяч в упор Артур Анисимов. Во второй раз, вгоняя во фрустрацию Нури Абдокова за последние полчаса. Вынос. И финальный свисток. КАМАЗ из Набережных Челнов одерживает первую победу в сезоне.